Да. Пока ничего. Еще занят под заказом. Но минут через 15. А? На переезде стою. На переезде стою. Да-да. На ту сторону, да. Что? Добрый день, говорит, ДПС ставим. Так, слушаю вас. Придемте вас налогово проверить по налогам. А больше вам ничего не надо. Причина остановки какая? Причина остановки. Мы работаем. Причина остановки мне назовите. Налоговым работаем. Причину остановки назовите. Причина остановки? Да. Причина остановки. Громко и отчетливо причина остановки. Проверьте документы. Незаконно. Незаконно требование сотрудника милиции я исполнять не буду. Вам понятно все? Вам понятно, нет? Ваши требования незаконны, проверка документов. Я сказал вам, ваши требования незаконны. Вот, пристегнулся. Нет остановки для переезда, да? А вы меня останавливаете на перекрестке. Я по вашему взмаху остановился. Все вопросы через прокуратуру решим. Вот тогда с ними разговаривать. Здравствуйте. Кому тут поклон мои налоги не дают? Налоги. Вы хотели мои налоги узнать? На каком основании? Пожалуйста, объясните. На основании соглашений между налоговой инспекцией, так, органами ГИБДД. Так, представьтесь, пожалуйста. Специалист первого разряда Хридина Елена Васильевна. Так, так. И как вы собираетесь у меня налоги проверять? У меня с собой база. База? Лицензию покажите на программное обеспечение. Имею полное право. На свой компьютер у вас должна быть лицензия, что у вас лицензировано программное обеспечение. Предъявите мне, пожалуйста. По первому требованию должны предъявить. Мы вам ничего не почему должны. Вы не должны? А я вам почему что должен? Вы нам ничего не должны. Почему вам вас сотрудник предложили... ГАИ останавливает? Как он имеет право третьему лицу мои вам документы передавать? Объясните. Вам предложили подойти, так, и узнать, так, есть ли у вас задолженность по налогу. У меня нету задолженности. Я не обязан никому ничего доказывать. Вы здесь стоите незаконно. И на вас будет подана жалоба в прокуратуру. И на него, и на вас. Понятно вам? Пожалуйста, это ваше право. Вот так. Все, еще вопрос есть? Вы не имеете, товарищ сотрудник, мои документы передавать третьему лицу. А я не сказал, что я ваши документы... Вы хотели у меня, сейчас на вас будет жалоба составлена на ваши, на превышение должностных полномочий. Миша, не останавливайся здесь никогда, никто тебе ничего не сделает. Да я раз не остановился, за мной гонялись. Гонялись? Ну ты ко мне обращайся, я тебе помогу. А с вами, товарищ Савин, мы встретимся в суде в самое ближайшее время. Ради Бога. Мы вам немножко поможем хорошую характеристику получить перед вашим уходом в Кострому. Значит, вы отказываетесь, да, программное обеспечение представить, да, женщина? А предписание у вас есть на проведение рейда? Тоже нет? У нас есть график установлен. Нет, у вас должно предписание быть. Где оно у вас? Вы ко мне никаких претензий не... Я к вам не предъявляю. Я хочу... Я могу по первому требованию, вот то, что вас прошу, мне должны предъявить. На основании чего вы здесь? Может, вы вышли деньги заработать? Понимаете? То, что вы в форме сидите здесь с ноутбуком, это ни о чем не говорит абсолютно. Вам съемку тоже вот никто не разрешал. Не а мне не нужно ваше разрешение. 183 федеральный закон разрешает мне произвести съемку действий должностных лиц, если вы не знали об этом. Если вы будете вот без формы, в гражданке, я у вас подойду и спрошу разрешения. Если вы все по закону делаете, вам бояться нечего. До свидания. До свидания.